Всем привет из Новой Зеландии. Привет. Сегодня у нас очередной необычный влог, и мы очень рады, поскольку мы продолжаем знакомить вас с новозеландскими разными интересными людьми или компаниями. И сегодня мы приехали в пригород Окленда, где расположен офис компании EasyGo, которая производит машинки для гольфа или гольф-карты. Интерес именно к этой компании у нас возник потому, что они делают электрические карты и заявляют, что это лучшие электрические карты в мире. Вот, поэтому, конечно же, нам очень интересно все это изучить. Надо проверить. Да. Пойдем. Можно приобрести карты для разных нужд. То есть мы привыкли думать, что это именно машинки для того, чтобы ездить на поле для гольфа. Ну, такие действительно есть. Вон там в углу стоит классический гольф-карт. Но на самом деле их используют для того, чтобы перевозить какие-то тяжелые грузы. Например, если у вас какой-то большой сад, можете купить такой. Или вот компания, которая продает в Новой Зеландии морожку, они купили себе 20 таких машинок и ездят на них по пляжам в Новой Зеландии, вообще по всей стране, и продают морожку. То есть для них специально туда даже установили холодильнички. Вот столько батареечек помогут гольф-карту проехать где-то примерно 50 километров на одной зарядке. И для того, чтобы ее полностью перезарядить, электричество уйдет, ну, меньше, чем на доллар. Если бы я могла выбрать себе карт, я бы выбрала этот не только потому, что он мне сегодня по цвету подходит, но и потому, что это вообще самый модный карт, который мы тут нашли. У него, видите, фары другие такие клевенькие. Светодиодные это называется. Да, это называется светодиод. Я почти сказала. А потом у него такие сиденья классные. И поскольку, ну, люди, которые собирают здесь карты, они могут получить вообще любые запчасти, то они сюда добавляют всякие модные фишки. Например, у этого есть магнитола, да, или как это модное? Ну да, Bluetooth, аудиосистема. Да, аудиосистема с колоночками вот такими, стаканчики под кофе, очень важно для дорожного путешествия в скоростью в 30 км в час. Можно здесь же заряжать свои телефоны и ставить холодильник, если вы едете на пикник. Вот здесь уголок прикольных машин такой, самоделкин. Они, в общем, берут два гольф-карта, соединяют их, и получаются такие карты-лимузины. Вот этот, видите, какой длинненький по сравнению с теми, что мы уже видели. А теперь посмотрите вот сюда. Это просто карт-автобус какой-то. After 4 years of use on a golf course, it gets stripped down to naked. This is what we call naked. Mm-hmm. And then our team then turn it into an airport vehicle. Mm-hmm. These vehicles then get rebuilt into an airport vehicle. Mm-hmm. So they've got bigger brakes, bigger motor, bigger batteries. Whenever you fly around New Zealand, these units here, see how it's got a tow bar? Yeah. These tow the baggage trolleys, mm-hmm. and you put your bag onto the conveyor belt. Yeah. They then get put on a trailer, which are these vehicles, and they take them out to the aircraft. Oh, and for how long can they serve them? For another 4 years. Another 4 years. Yes. That replaces that. Yeah. So you get four of those, it's 48 volts. Yeah, so they're smaller, They're lighter. Yeah. You can install them like that. Yeah. Like that, any way you like. So more flexible. Correct. If I tip that one up there, acid would run out of it. Yeah.
Okay, so this is old-fashioned technology that's simple and reliable, but this blows it to smithereens. Yeah. What we're doing here, these are used batteries that have come in, and because they're not cheap, we test them and we cycle them and make sure that we're not throwing away good batteries. Yeah. So what we'll do, we'll test these, and any that are no good, those are all faulty, scrap metal, will come and pay us quite reasonable money for those. So those go to the scrap metal, they get stripped down to plastic, lead and acid, and the lead gets shipped back to China. And then in China they use the recycled lead to make more batteries. Yeah. Мы все с корыстными целями, конечно, выясняли, можно ли на картах кататься по дорогам Новой Зеландии, но оказалось, что нет, такое устройство не разрешено на дорогах общего пользования. Но есть одна интересная идея: если у вас какая-то свадьба или вечеринка, что-то вот, ну, на закрытой частной территории, вы можете просто арендовать карт на это время и развлекаться там внутри, за забором, так сказать. На выходные аренда такого карта обойдется примерно в $250. К сожалению, электрические машины и машинки для гольфа – это еще не ближайшее будущее. То есть мы не увидим их уже завтра на дорогах, и не у каждого они будут стоять в саду, поскольку владеть такими машинами все еще очень дорого, и это нерентабельно по сравнению с бензиновыми версиями. То есть, например, купить машину на электроэнергии, да, стоит около 100 тысяч, если мы будем говорить о BMW, который является одним из лидеров в этой индустрии. А купить такую же машину на бензине будет стоить, например, $20 000, и заправлять ее, соответственно, в течение всего времени, которое вы пользуетесь, будет явно дешевле, чем ну, вот эта разница 80 тысяч. Несмотря на долгую дорогу, все равно чувствуешь какое-то воодушевление, когда встречаешь таких людей, которым нравится, что они делают, которые реально горят, вот, радеют за свой бизнес. И именно поэтому мы так много рассказываем о новозеландцах и местных бизнесах. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить нам лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие ролики о Новой Зеландии. И до скорых встреч! Пока. Пока.